μάχης. Επιθυμώ τους φύλακας διαταξαμένους σε κάποιους Ну что, готов сокрушить Афинян? Война ждет нас. За Спарту! Пришла наша победа! Никто не победит! Волк вызывает к себе наемника. Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только его. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Волк ждет меня. Ты неплохо дрался для наемника. Волк не любит ждать. Вот и все. Не знаю, что и сказать. Thank you.
Убийца! Он убил его! Алексиус! Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя. Оракул повелела убить Кассандру. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством долга. Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь? Тебе не убежать от прошлого! Пора ответить за все! Ты заслужил смерть, но в мщении нет чести. Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец. И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру. Как своих собственных детей. Но это не так. О чем ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой. Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идешь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексиус. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаве. Вперед!
Надеюсь, меня еще не заметили. Я здесь по поводу работы. Что случилось? Солдаты в этом порту совсем озверели. Вчера отобрали весь мой улов. Даже засолить не успела. Ужасно. Это большая потеря. Дело не в этом. На такой жаре незасоленная рыба портится очень быстро. Сегодня солдаты будут еще голоднее и злее, чем вчера. Я слышала, они уже идут за мной. И ты хочешь доверить защиту мне? А, да у тебя не только сила Геракла, но и хитроумие Гермеса. Ладно, я помогу. Не бойся, смерть будет быстрой. Быстро! Похоже, это все. Ты отлично справляешься. Все позади. Ты мне очень помог, Мисти. Возьми в благодарность. Спасибо. Я видел твое объявление. Чем тебе помочь? Разбойники украли у меня папирус. Ты знаешь, сколько он стоит, Мистий? Новый мне не по карману. А стражникам нет дела до моей беды. Я должен отнять это у разбойников. Да, верни в целости и сохранности. Хорошо, я возьмусь. А тебе сложат легенды, Мистий. Я вернусь, когда все будет сделано. Нужно быть осторожным. За наградой.
удалось. Это твое. Столкнув нас, боги улыбнулись мне. Спасибо. Вот, за хлопоты. Я довожу дела до конца. Итак, ты убил отца? Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. И только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично! Слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиус. Заодно можем попросить совета у Пифии. Эльфийский оракул знает ответы на все вопросы. Я подумаю об этом. Славно. Даже цари прислушиваются к советам Пифии. В ее руках судьба мира. Говорят? Да, я знаю. Хватит разговоров о ней. Ну, хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах, как покончишь со змеями. Элпинору многое придется объяснить. Thank you.
Осторожно, капитан! Здесь небезопасно! На воду! Лучники, готовьтесь! Thank you.
Здесь бдительные стражники. Добро пожаловать! Я Саргон, хранитель мифических и невероятных древностей. У меня ты найдешь все, что угодно, если, конечно, заплатишь. Как-то с трудом верится. Не пытайся меня обмануть, торговец. Боги! Я бы в жизни о таком не подумал. Я не прочь избавиться от драхм, если цена хороша. Мне не интересны драхмы. Я принимаю только орехалк. Впервые слышу. Мало кто слышал. Это драгоценный металл из далеких времен. Он обладает свойствами, которые Саргон весьма ценит. Что же ты продаешь? Много всего. Очень много. Оружие, броню, модные одежды и приспособления для тебя, друзей и даже корабля. Какой торговец не любит драхмы? Тот, кто предпочитает более редкие и ценные виды оплаты. Скажи мне, где искать орехалк? В Греции он повсюду. Просто нужно знать, где искать. На доске объявлений есть особые задания. Саргон не единственный, кто ценит орехалк. Ладно, посмотрим твой товар. Thank you.
Кайре, друг. Тебе нужна помощь наемника? Эй, ты ведь ходишь с Варнавой на Адрастее? Откуда ты знаешь? Я тоже с ним плавал, пока один пират не ударил меня в спину. Теперь я едва могу стоять. Ты занял мое место. Я тебе искренне сочувствую. Не знал, что занял чье-то место. Я мечтал, что однажды выйду в море с моим сыном. Но теперь даже не могу заготовить древесину, чтобы построить для него филуку. Хочешь, чтобы я дал тебе денег? Да, любые деньги будут кстати. Держи, это тебе. Поищу укрытие. Не сегодня. Проваливай. Не подходи ближе. Ah!
Что-то не так? Да что у меня вообще так? Во-первых, Оракул, во-вторых, море. И это не говоря уж о команде. У тебя дела с Оракулом? Ты далеко от Дельф. Были, да. Но мои дела не твоего ума дело. Мне не нужен наемник. Помочь мне могут разве что боги. Боги, значит? Я к твоим услугам. О-о-о-о. Да ты живой бог. Хороший подход, признаю. Кто ты такая? Гелон, капитан Акульего Зуба. Твоя лодка? Я что, похожа на грязную рыбачку? Корабль, а не лодка. Я просто спросил. Я хочу помочь. А, ты ни при чем. Я закончила дела с Оракулом и пришла сюда встретить свой корабль. Это было вчера, и он так и не появился. Тебе нужен был совет Оракула? Что? Пф, нет. Лучше у своего зада совета спросить. Что вас связывает? У нас договор. Думаю, можно рассказать. Она сообщает мне о паломниках, я предоставляю им корабль. И мы делим плату. Так ты хочешь сказать, что Оракул предсказывает, откуда прибудут паломники? Ха, да нет. Верующие говорят ей, как дела в порту. Все просто. У тебя дела в Факиде? У меня дела повсюду. Сейчас они там, где мой корабль. И где Акулий Зуб? Знаю я, меня бы здесь не было, нет? Ладно, скажу иначе. Где он должен был быть? Ну, я отпустила мои гики. Суда паломников садятся на мели, мы им помогаем. О, твою? Да, я без нее никуда. Найди мой корабль и гики,
Я заплачу. Я выясню, в чем дело, и верну корабль. Есть идеи, где они? Юго-восточный берег богат на улов. Зажиточных паломников можно заманить в бухту. Ты пиратка. И что, если так? Я тебе деньги плачу. Но вообще я не всегда пиратка. Это увлечение. Увлечение. А команда могла взбунтоваться и сбежать? Пока во главе Гики нет. К тому же я им еще не заплатила. Их бы остановило это. Опиши Гики. Красивая, очень. Целует, как солнце. Я хочу съесть ее всю с тех пор, как увидела. Ближе к делу. Ладно, ладно. Она черноволосая. Носит на руке браслет, мой подарок. Не снимая. Я найду их и вернусь, как смогу. Какие вести? Волк мертв. Отлично. Твои деньги, как и обещал. Думал, буду торговаться? Что ты, Алексиус? Не каждый день я приказываю кому-то убить отца. Но он не был твоим отцом, верно? Как ты узнал, что Николаус не был моим отцом? Люблю театр. И искусство в целом. Великий полководец сбрасывает своих детей со скалы по воле Оракула. Великая трагедия. То есть моя жизнь — развлечение? О нет, мой друг. Искусство. Знаю, знаю. Тебе нужно все обдумать. Идем. Скажи, Мистий, узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Хватит болтать. Мне бы стоило убить тебя. Ярость, ярость. Ах, говорили, ты другой. Яблоко от яблони. Кто? О чем ты? Ты все же воин, а не мыслитель, верно? Как жаль. Я мог бы поручить тебе еще пару дел. Малака! Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык! Я разочарован. Уйди уже! Ой, бешеная! Я не дам тебе... Элпинор сбежал, как последний трус. Нужно обыскать его дом. Письмо Элпинору. О, Феба, ты привела его ко мне.
Он ищет какую-то женщину. Что от нее хочет этот скользкий гад? Грузовой манифест. Элпинор шлет оружие и Спарте, и Афинам. Хочет, чтобы война не прекращалась. Встречал я опасных людей, но Элпинор самый страшный из них. Я загляну под каждый камень, обыщу каждый уголок, найду и убью эту змею. Иди оттуда!